Бущие драконы, блядь. Ебущие. Злые бущие. Может, Более-менее лулаи бущие? распределил по патиям. Надеюсь, всем нравится. Потом не были проблемы. Типа нет этого бафа или того. Нихуя ты деятельный. Ебать, слайд-шоу, блядь. Да, согласен. Сегодня повыше ДПС. Вауе. Сейчас будет порно, нахуй, на этой ебаной Синдри, нахуй. А как без этого? Лишь бы это было недолго, а то я очкую за свое электричество, нахуй. Как ебанет, сейчас я опять без проходки останусь, нахуй. Я, блядь, столько рейдов проебал с работой, нахуй, потом... Вот сейчас, если ебанет еще свет, то бы это вообще шило. Че там, пикси размножается? Надо будет полминутки буквально. Насчет кота вряд ли. Настроить. Да, да, настроить. Тебе... Ну, пока бой я не могу, я просто предупредила, что мне нужно. На кота по-любому ничего не падало, поэтому не переживал. Да я и не переживаю, что проходки нет, хуйни только. Да, если бы на кота что-то падало, у Вани было бы уже ебучие запястья, пояс и что-нибудь там, сапоги нахуй. Ну, сапоги ему не надо. Ага. Запястья и пояс он бы уже взял. Пишет в ПМ мне, что нахуй. Пикси, блядь. Сука, как понять, что нахуй? Я говорю, в рейд, блядь. А по-моему, дракона убить пока чувствуй. Прошли. Пиздец, Пикси. Блядь. Пати пишет, нахуй. Состоит в группе один хуй. Пиздец. О, пригласился. Ну, красава, ой, блядь. Пика, пиздец. Ice Knight, нахуй. У тебя мозг есть вообще или нет, нахуй? Алло, блядь. Встань сбоку, стой, стой, кури, блядь. Если ты, сука, ну, ты понимаешь, что драконы дышат, нахуй, бьют хвостом, они боком танчатся, не, не лицом в рейд, блядь. Ice Knight, нахуй. Ну, пиздец. А Синдра также будет танчиться? Если так же, я буду, Мишка, я ебал. Блять, Ice Knight, нахуй, ну, я хуй знаю, ну, поменьше лагай там, блять, если лагаешь, стой просто, блять, ну, пиздец просто, хильти, хилы, блять. 15 человек лежит, я вам сообщу такую охуенную весть, ебать, ребята, покидаем ебучее свое тело и бежим. Здесь есть портал, прямо сюда, на Синдру, на коне подъезжайте и добивайте босса, этого, дракона, иния. Покидайте тело, блядь. Хули вы лежите? Думаете, 5 человек за вас ДПСить будут здесь? Задрачиваться, блядь. Сейчас я еще раз аддон проверю. Бою. Че, это, портал не работает или работает? Ты где там стоишь? Отойди от этой лужи, нахуй. Ну, портал должен работать, вон люди подъезжают. Все, все телепортируйтесь сюда сейчас. Это какой-то баг, нахуй. Это ты таунт нажал, грилит. Нет, там реально. Я хуй знаю, что это было, нахуй. Второго дракона пошли. Вот тут, возле колонны, держу его. Здесь вот. Ага, блядь, из ДКшника, нахуй, отброс. Как это было? Знаю, нахуй, это таунт какой-то был. Ты в демоне? Сломай локов. Какая-то поебень, там реально, ну... У меня 1000 агро, он хуяк 1200, нахуй. Из ничего, блядь. От фера за колоннами. Больше... Я больше никогда не буду, блядь, трэш бить. Я на каждом трэше умираю, нахуй. Да у вас что-то забагалось, нахуй, у вас Т4 ебаная, блядь. Это поебень. Ну, вот... Вот сейчас грилит. Что-то откуда-то 200 агро, 200к набрал, нахуй. Из ничего просто. Вот у него юзаете, блядь. Вот сейчас... Просто... Он набирает как танк, нахуй, агро просто. Даже больше, чем танк. Ну, я такого агронабора никогда не видел. Грилит, хуярь, чем ты там хуярил?
какое-нибудь похищение или восторг какой-нибудь, нахуй. Сот, пиздец, ну. У кого обмен есть, там я, ну, охуеваю вообще. Сейчас будет босс. Ну, делку можно вешать на него теперь. Да, блядь, про товары радуется, на. Только там передача агро, блядь, с символом 15%, без символа 10%. Мало слишком. Хотя бы 30 была бы. Надо про товары. Про товары сейчас хилы захиливаете сильно, рейд. Вставайте в кучу сюда, отходите. Тотемы уберите. Вот здесь. Туда, блядь, в комнату не надо забегать, стойте вот здесь. Ну, блядь, проебали челика, нахуй. Я, говорит, трэш не буду. Бегите, блядь, нахуй. Специально. Специально тебя роняем. Так. Рыба, сапроты, всю хуйню. Берите сапроты. Пьем сапроты. Мне кажется, даже если я на замену уйду, я все равно буду умирать. Угу. Всем привет. Здорово. Пикси, это ты? Вольт. Пикси, блядь. Нет, нет, я вот. А что? Пикси, какого хуя, блядь? Я же отписал ГМу то, что я пока что БГшу. Ласт слот оставьте, а-а-а. Напишите. Я тебе написала, что ласт слот тебя ждет. Мне показало просто, что ты в Долоране, я думал, ты стоишь там в какой-то группе, нет. Думаю, что за хуйня. Нет, 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 я на БГ был. На БГ мы были. Понятно. Ставьте шкаф. Извините, у меня Толмивэн не работает. Ребята, но у меня проходки все равно не будет, мне еще лану закрывать надо. Да и похуй на этот Толмивэн. Ну, вот эту хуету, не ставь, ну, в пизду, блядь, убери. Ты их, во-первых, близко поставил, люди прибегут, нахуй, и сдохнут. Вот одна пускай это будет, и все. Пусть сами учатся. ТКВ, ты тут? Шкаф есть? Нет? Да, шкаф? Да, да, самоньте. Дайте шкаф. В общем, все как обычно. Ваша задача выжить. Все знаете, как выживать. Пикси, особое внимание на танков на последней фазе, когда будем меняться. Вот, и другие хилы, то есть экон, эрдружки, помогайте именно, когда танки меняются. Если хэпа вдруг не успеет переключиться, подхиливать танка. Ну, рейд, я думаю, на двух ардружках хорошо будет стоять. Есть у кого-то припота и дикая магия? У меня есть, дай ашки випать. Ой, трейд. У вас же, получается, 200 или дайте одну на меня на хан. Раз уж вани нет, одну на кота, одну на меня. Для рыбы стою. Сейчас. Прыгаю. Напишу на тебя макрос. Можно я дымку, пожалуйста? Больше нет. Спасибо. Так, на тебя написал. Чек на пул. Так, лишние там эти убрать. Отморозок готов? Все готовы, пошли вниз. Самое главное не сдыхать на притяжке, на четырех бомбах и не стакать эту парашу обморожения и освобожденку. Готовьтесь, скоро притяжка будет. Не сдохните, босс умрет очень легко. Святос, блядь, вмешательство для кого придумали? 5 человек вниз. Рисать будет Булкин после меток. Вместе по 2-3 не бегайте, блядь. Чё это за залупа? 6 глыб вместо 5, блядь. Глыбы бьём. Глыбы бьём до 20%. ДПС ваш в глыбы я не вижу. Ты эту переднюю задотайте. Звездопады отдайте, блядь. Третья глыба падает. Сейчас четвёртая будет, она постоянно.
У меня у вас глыбы фул хп стоят, блядь. Вы будете по ним играть или нет? Четвертая падает. Весь рейд по глыбам хуярим. Или что там, 5 топ ДД в глыбах, блядь. Вот сейчас вы должны уже босса бить. По глыбам повеселее играйте, блядь. Как-то придумайте ротацию свою, переделайте, блядь. Это полная параша, что сейчас было, блядь. Булкин святоса. Захилить его. Фулл баф. Каску лапу, пистобаф, кулак. По глыбам получше играйте, блядь. Вообще это залупа полная. И шестой человек, кто заморозился, блядь. От глыб, от людей, у которых синяя метка над головой. Сейчас притяжка будет, осторожно. Отходим на 12 метров, блядь. На 15, а. Готовимся, притяжка. Свято, вмешательство есть. Он там лок телепортировался, в него вмешательство делает. Так, Freedom им мне кто-то кидает? Если нет, то убийца кидает мы по войду. Метки. Вниз. Вот синие меточки, видите, над головой у людей, блядь. Друг с другом, во-первых, не стоять. И к ним не подходить близко. Вот, заебись. Прячемся. И сразу бьем глыбы. Не смотрим на них, не залипаем, блядь. Если не видите, куда вставать, вставайте, как люди встают. Вот, по центру вторая летит. По глыбам быстрее. Третья. Газлопата, блядь, сука. Разуй глаза. Четвертая падает. Идиот. Ебаный в рот, нахуй. Заебись. Отморозок. Резай слейера и сразу фулба. Сразу вставай, сразу щиток. Быстрее это все делаем. ДПС теряем. Отморозок. Блять, прием. Ты будешь резать или нет этого слейера? Вторая пати. Я хуею, ну блять, ну ты... Синтек, резай с слейером, блядь. Морозок не раздупляется. Слышно меня вообще, нет? Алло. Да, слышно. Да. Баф по магу. Чё с отморозком, блядь? Фулл баф по магу. Отбегаем. Осторожно со стаками. Газ лопата, нахуй. Ты будешь смотреть на дебаф, блядь, на свой, сука? Освобожденная магия, нахуй. Вот посмотри на людях, блядь. Читай, блядь, мышкой наведи, прочитай, что там написано. Не стакай 20 стаков, ты сдох от этого сейчас. Сука, пускай лежит, короче. Freedom. Это последняя взлетка была. Глыбы сейчас быстрее разбиваем. Где Freedom, нахуй, паладины? Холипал, да, вот. Я уже дал. Ну, сука, вы вдвоем стоите, вы двойной дамаг сейчас. Бичи, блядь. Вы что, блядь, я вам объяснял же, сука. Между собой рейндж. Убийца, бобин, блядь. Значит, тень убийца. Да вы чё, нахуй? Я за глыбы стоял, как он достал меня? Третья. Короче, ложимся, нахуй. Ложимся. Все, выходите из глыб, блядь. Это. Диван там на кого-то дадите, палы. На ступеньках. Давайте диван, блядь. Короче, нахуй, газ лопата, блядь. Линканите ему освобожденную энергию, блядь. Как он с приключений, с книжки с этой. Тактику читаем, я тебе говорил, блядь, тактику почитать. Вешается освобожденная магия, нахуй, на 5 человек, на 30 секунд. Каждый спелл, который ты кастуешь, каждый каст, блядь, это я тебе рассказываю, блядь. Он... Это, настакивает на тебе дебаф. Таинственная энергия, или как там, блядь, параша обратный какая-то, блядь, удар. И каждый каст, он тебе 1000 урона, блядь. Сделаешь 10 кастов или 2000 урона, он тебе, блядь, 10 кастов, 20 тысяч по тебе ебанет, нахуй. 20 тысяч дамага. Плюс тут аура тикает каждые 3 секунды по 4,5 от льда. Тебя просто не захилят. Ты настакал 15 стаков и сдох, нахуй. Потому что когда дебаф этот кончается, уже стаки на тебе прекращают. Стаки через 5 секунд взрываются. Или 4, или через 5.
Вот это первое. Второе, блядь, по глыбам хуёво играете. Отморозок, ты тут? Он в дисе вообще? Отморозка в дис надо, блядь. Чё за хуйня, блядь? Жду БР, нету БР, нихуя. Да вроде был. Пиздец. А, я понял. Ну так а чё ты БР не мог дать, блядь? Ладно, понятно. Жрём рыбу. Этот босс очень простой. Ваша задача просто освобождать людей с глыб, не сдыхать, вот как вы сейчас сдохли, вот этой параши. Вместе метки синие у вас над башкой. Вы вместе не бегаете, как гомики, потому что вы вместо 15 тысяч получите 30 тысяч урона, вас шотнет. Мы не играем. Где рыба-то? Рыба, хуй знает, вон поставили. Я пытался риснуть мага нахуй, он где-то далеко был. Я не мог дотянуться. Я краем уха услышал, что надо. Ну, блять. Так надо, значит, подходить к нему и резать. Ну, надо видеть, где тело лежит. Да там некогда мне было подходить, нахуй. Я около это. Подтяжка должна была скоро быть, я бы отбежал. Он бы меня, нахуй, далеко тянул, я бы хуй отбежал потом. Короче, такой хуеты не должно быть, блядь. Маги, если у вас стаки, газлопата в частности, смотри сейчас, блядь, почитай внимательно. Хотя бы трай, почитай способности, что делать. И потом уже будешь дамажить сильнее. Сейчас тебя не требует никто, блядь. Главное, ваша задача не сдыхать. Босса мы убьем. Вот только это поймете, сразу начнем убивать. Без вайпов. Морожение не стакаем перед притяжкой, блядь. ЮБ. Че, это у меня не порядок? Настоя, что ли, точно, блядь, сейчас. Все готовы, спускаемся, я запускаю. Секундочку. Сейчас уже босс летит, смотрите. А ты ДК объяснил, как менять тебя, если что, на последней фазе? Как подходишь, где я стою, нажимаешь там, ты меняешь, и все, пиздец. Я пришел, уходишь, скидывать за глыбу стаки. Короче, Нурик, ты далеко, я хуй знает, подойди ближе. Напрягитесь просто на 10 минут, блядь. Лич еще проще. Притяжка скоро будет, смотрим внимательно. У кого лагает, блядь, ближе сразу встаем. Остальные с блинками. Вот, бежим. Блинками, спринтами бежим. Вот, отлично. Метки. Смотрим внимательно на ком они. Друг с другом рейндж и от них рейндж, от этих меток. Вот спустились вниз. Если добежать не успеваете, блядь, не бегите, вот стойте, как я стою. Ну, вдвоем хули вы бегаете, блядь. Вы тупые совсем? Ну. А, три тела. Мне некуда бежать, у меня с двух сторон от меня люди. Есть вперед, есть назад, ложимся. Пытаешься бежать вперед или назад, вместе со мной бегает сова. Хорошо, хорошо. Поставьте метки. Все, что, диван есть, нет? Все понятно, нахуй. Поставь метки, крестики, крестики. Диван есть, нет. Спасибо. Чем метки помогут? Люди хоть с метками, хоть без меток будут бегать туда-сюда втроем. Почему вы втроем бегаете? Ваша задача не как на лане бегать, сбегаться с пактом, а разбегаться. Вам нужно рейндж набрать, понимаете? Вы втроем его не можете набрать. Умирайте быстрее. Покидаем тело, забегаем в инст. Масрез КД, нахуй. Хватит пиздеть, убийца, блядь. Хуету, не надо. Убийца, до права до конца идти. А он остался, там некуда было избежать. Да, все понятно, нахуй. Ну, это на вашей совести. Это ваше время, блядь. Ну, или вы разбегаетесь, или это будет клоунада по КД, блядь. Это параша, блядь. Сейчас я вам поставлю вариант, как можно метки ставить. Чтобы вы, ну, немножко понимали. У вас нет задачи ставить какую-то фигуру геометрическую хуярить. Ваша задача рейдж. Похую какими способами. Хоть ты вперед вынеси, хоть назад, хоть в Долоран телепортируйся. Рейдж задача, понимаете? Вы втроем получили тройной урон. 45 тысяч, блядь, и сдохли. Задача... Потому что некуда было отойти. Сука, да как некуда? Ты что, блядь? Ну, не надо только вот эту, блядь, даже не продолжай, блядь. На центр въебал. Хорошо, без базара. Не надо. Балкон, уходить я. Куда хочешь можешь уходить. Но на балкон ты физически не уйдешь. Вот, блядь, смотрите, блядь. Вот я вам показываю, блядь. Вот смотрите. Вот, допустим. Так.
Вот метка сюда. Вот метка сюда. Метка в звезду одна. И еще две метки остается. Вот метка сюда, блядь. И вот метка сюда. Вот так у вас хватит сил разбежаться. От звездочки будете разбегаться. Один в звездочке стоит, один в трусы, блядь, один в луну, один в кружок, один в ромбик. Со старта сложно было это сделать? Тебе сложно Нет, было вперед выбежать? Трусы хуйня полная, дует, блядь, дыхание. Отвернем, ничего страшного. Хули, не переживайте. Эти метки я просто вам как пример поставил, а не то, что вы в них должны бежать, блядь. Я еще раз вам говорю, если вы не понимаете до сих пор. Так, а рыба будет, не будет? Вы смотрите на метки и думаете, вас что, туда бежать заставляют? Ваша задача словить рейндж, еще раз объясняю. Или это трудно понять? Вот как на восквернении на лече вы разбегаетесь, вы набираете между собой рейндж. Для того, чтобы если кинулась лужа, в ней не оказалось сразу 5 человек. Тут то же самое. Эта глыба прилетает, и она вокруг человека на 12 метров все примораживает. В такие же глыбы делает. Плюс, помимо этого, еще глыба, она дамаг наносит 15 тысяч. По одному это 15 тысяч, по двум это двойной, это 30 тысяч. Тройной это 45. Это ваншот. Ну, никто вас не захилит, не спасет. Можно, конечно, по 2 ставить, но вы, пока вы будете привыкать по 2 ставить, мы тут 3 часа просидим с вами. Просто разбегитесь. Ну, это несложно. Если все хуево, бегите вперед. Чешите туда, вон прям в кружок в этот, в черный, в центр. Если 3 человека стоят, блядь, в одном месте и не двигаются. Выбегите вы. Хотя бы. Все, все готовы, пошли. Просто баф дайте. Бафы быстрее давайте. Минту обновите. Босс еще 10 секунд летит пока. Ничего сложного нету, ребята. Просто вы должны понимать, от чего вы вздыхаете. Что там насчет истерии? Я уже дал. Готовимся, притяжка. Беги, малышка, беги! Вот, смотрим меточки на себе. Вот. Я стою в звезде, смотрю, как вы бежите. Газлопата, блядь. Пиздец, нахуй. Ну, другое дело. Несложно. Блядь, пизда, нахуй. Газлопата, блядь. Я начинаю злиться на тебя, блядь. Третья падает. По меткам сильнее, но они фулл хп стоят. Четвертая падает, глыба. Босс садится сейчас будет. Весь рейд по глыбам быстрее, ну. Сильнее, сильнее, хуярим. Раз лопата пускай лежит, нахуй. Иди тактику в ютубе читай, блять, в интернете, я хуй знаю. Остальные, я надеюсь, знают, что такое освобожденка. После второго дыхания там будет притяжка, готовьтесь. Скоро дыхание и притяжка. Булкин резай сразу. Прям сейчас и фулл баф. Тень убийцу. Злопата пускай чилит. Фридом. Блять. Булкина тоже нету. Это забафать тень убийцу. Отбеги, не заморозься. Так, 5 человек. Вот.
Фридома не вижу, пала, три пала. Я же давал тебе. А, да, все, сори, не заметил. Вторая падает. По глыбам вот эту переднюю задотайте, вот. Третья разбили, прячьтесь. И четвертая, последняя бомба падает. Тень убийцы забафанный, надеюсь. Каска, лапа, пристабаф на нем есть, да? На трех киллах там мы этот освобождаем. Даже на четырех. Готовимся, притяжка скоро после дыхания. Отбегаем. Последняя взлетка будет. Сразу Freedom. Это последнее дыхание было, сейчас взлетка будет. Меточки ставим. Ну, отлично. Близко падает, вон справа. Быстрее прячьтесь. Вот да 4... петустра ебаная. Справа близко вон тоже падает. По глыбам больше дамага. Вот эти вот здесь звезды центральные две, блядь, не бьет никто нихуя. Третья глыба уже падает. Дамаг, ну быстрее, доты развешиваете. Четвертая глыба падает. Синте креснешь. После того, как глыбы разобьете. И сразу по ней щиток. Готовься, ИВБ. Хуярим, быстрее глыбы. Реса и ВБ щиток, вставай. Фул баф, каску лап, пристабаф. ДПСим. Значит, первую меточку глыбу в звезду сразу разбить. Менять будет после притяжки айскнайт, пока посмотри, как стаки скидываются. Отбегаем. Не успели перевести. Декан. Щиток ему. Ставь тотем сразу. Зелиан гимн на ману. Инера в одикон по эйкону. Глыбу в звезду, милики ушли разбить. Сразу вы разбивайте. Не заморозьтесь, вторые только глыбы. Тот же принцип, что с пятью. Разбивайте сразу, весь рейд разбивайте. Вы скидываете стаки. Здесь понимаете. Следующую звезду готовимся. Будет притяжка, не бить. Алкина звезду. Отошли все. Не бить его. Хорошенько, Булкин. Хорошенько. Зелен гимн, Зелен гимн хп. КД. Игра. А, хорошо. Игра. Притяжка. Ты сдал команду, я сдала. После... Мелик, отойди, ДК, там умрёшь. После притяжки разбивайте. Айскнайт, иди меняй. Босса забирай. Глыба, ну, милики, вы что? Пять человек, вы что, совсем тупые? Ложимся, нахуй. Подходите, не, подъебало, блядь. Босса. Блять, вы совсем невменяемые, нахуй? Вот по никам вас перечислять. Татапсина, Акиса, Убийца, ХКВ, нахуй. Топа, блять, Синтек, нахуй. Синтек с глыбой был. Давайте, да? Этот, кто он, блядь, диван нахуй. Давайте диван, ложимся нахуй. Господи. Вот я назвал сейчас ники нахуй. У вас что в голове, блядь? Вы не видите синюю хуету над головой у человека, блядь? Бежим быстрее на ступеньки. Бля, это пизда, вам каждый момент надо рассказывать. Еще раз, милики, вы видели, нет? Плюс в рейд. Вы бьете только тогда, когда нужно бить глыбу. И когда нету глыбы возле босса, тогда вы что-то на боссе обновляете. Ваша задача съебаться оттуда, чтобы не заморозиться. Вы сейчас заморозились в шестером, в семером. Что с вами делать, блядь? Вот что делать? Объясните мне, как убивать этого босса. Заморозиться должен один человек. Вот он заморозился, а дальше ты идешь уже бить глыбу.
Еще раз, кто там был? Убийца, ХКВ, Татапсина, Акиса, Синтек, наверное, с глыбы был, топа, блядь, вот эти 5 миликов. Что с вами, блядь? Вы тут первый раз? Метки кидаются каждые 15 секунд. Что вы поднимаете, блядь, кто стоит, тут уже бол знает сколько. Заходите, блядь. Заходите в этот, в инст, тень убийца, заходи. И телепортируйся сюда, блядь. Хули вы лежите? Ну это прикол, блядь, багнулся игрок, что ли, я не могу сдвинуться с места. Кто не может? Это из-за этого, как его, из-за глыбы, скорее кто, всего. Кто не может, скажите? Булкин, блин, потому что когда первая метка появилась, у меня игра крашнулась. Сейчас кикнем тебя, потом тебя телепортируют на кладбище и обратно возьмем. Кто еще забанил? Я написал. О, секундочку, у меня талмовый нажал. Я в настройках. Через минуту тебя кикнет, скажешь, когда будешь на кладбище, там должна эта хуйня исчезнуть. Еще раз, блядь, напоминаю по тактике. Мы стоим и скидываем стаки за каждой глыбой. Ну, напоминать вам, что такое таинственная энергия, блядь? Или сами знаете? Синтек ставил глыбу, я помню. Можешь только про глыбы на третьей фазе. Я знаю 4 разные тактики, поэтому можешь сказать этот только момент? Это, в одну звездочку носятся глыбы? Все. Милики, вы вообще чилите. То есть, если на вас глыбы нет... До конца боя. До конца боя чилите. Когда скажут на 7 лямах, на 8 босса, все глыбы в сторону, тогда вы ДПСите. А до этого вы разбиваете глыбы. Хорошо, спасибо. То же самое касается убийцы, акисы, блядь, ХКВ, блядь. Слышите? Топа, плюс в рейд. Вы тут вообще? Вот. Раздуплитесь с этой хуйней. Не надо морозиться, блядь. Ну, вы, главное, ну, либо вы не видите, не хотите видеть. Ну, на человеке, блядь, метка. Вы впятером идете дамажить. Чё вы там, блядь, надамажите? Мы просто вайпнулись, нахуй. Вы подамажили, и мы вайпнулись. Постояли в глыбах. Чтоб такого не было, блядь, ну, ебать. И за каждой глыбой рейд скидывается. Это касается всех хилов, хантов, блядь, РДД. Хоть кто вы, блядь. За каждой глыбой вы скидываете. Как скидывали, можете выйти там, обновить доты. Ну, в бок ненадолго, если притяжки нет. Если вы этого не сделаете, вы накопите 5-6 стаков, блядь, и в вас полетит склеп. Вы пойдете его выносить, все будут надеяться за вами стаки скинуть, и вы сдохнете, блядь, потому что по вам увеличенный магический урон будет. Понятно, для чего такая тактика? В Гере будет то же самое. У нас не увергирный рейд, чтобы, блядь, зергать синдром. У нас придется без меня. ДПС впритык. Потому у меня там этот забагался, я не знаю, придется на сайте исправлять. Да какой сайт? У тебя эта синяя хуйня должна была пропасть. Ничего не могу сделать, ничего, ни камень нажать, вообще ничего. Просто оглушенный игрок. Это киньте ему пати. Сейчас попробуем сумануть. Да нет, я вышел с игры там, придется исправить. Нет, блять. Это никак не исправить. Так почему вам так, нахуй? Ну, я хуй знает, нахуй. Я такого не было никогда. У меня впервые такое. Убить его надо в натуре. Точно, точно, надо его убить. Давайте, это... Давайте шкаф. Где он там? Киньте ему пати. Не офисе никуда. Ну, блядь, ну киньте сейчас. Вы ему пати или нет, блядь. Кто там? Булкину. Ты у меня заходит сейчас. Пиздец. Ребята, на следующее КД, если кто ходит в рейды, блядь, прочитать тактику. Газ-лопата, сука, ты прочитал? Освобожденную энергию, блядь. Смотреть, где мини-карта, блядь, где знак орды, премиум, VIP, вот эта вся параша. Там смотреть дебаф свой. Внимательно смотри, блядь. Сначала научись не сдыхать по 20 тысяч, блядь. Ответный удар, блядь. Газор-позор, а не газ-лопата. Да похую. Уже прицепилась, блядь. Да звучит интереснее, блядь. Ну да. Я-то в игре, блин, но я все равно не могу двигаться, ничего. Только чатом пользоваться. А пати тебе могут дать? Ну сейчас я в игре вот как раз могу дать. Дайте ему пати. Сейчас мы его суманем, блядь, убьем об синдром, блядь. Так ты Alt F4 пробовал? Да он уже все пробовал. Да я все пробовал. Он перезашел уже. Вот исправление персонажа. 10 минут. Нет,
почему так все, блядь, тяжело, блядь? Да когда все легко было? Я буду убирать, если у него будет диван, блин. Сейчас будет жестко, сейчас сумон, сейчас сумон примешь. Идите все, где жуков били, в двери забегайте. Ну, на нем написано, что на нем ледяной склеп. Сейчас. Да, похую, сейчас не будет уже склепа. Я не могу ведь даже сумон принять, серая кнопка. Бля, ну почему так, нахуй? Это пиздец, я не знаю. Есть ренегат? Убейте его просто ухода. Ну все, пиздец, теперь у нас это, один якут остался. Так, и на одном боссе можете, если там поставлю хотя бы исправить что-то. Иди исправляй эту залупу, короче. Давай я тебя кикну. Исправляй эту хуйню. 10 минут пройдешь, пошли себе пулять босса. Давайте готовимся. Рыба нету, я не готов. Попробуй через функцию застрял персонаж. Все, он разберется. Иди исправляй эту хуйню, будет маска там, блядь. Бафайтесь. Так вот. Подходите сюда. Пыщ, пыщ, ололо. Как же сложно убивать Эндеру, блядь. Нихуя сложного нету, нахуй. Я с тобой согласен, у нас не получается. Слэйр, готов? Отморозок. Ну чё у вас там? Я готов, готов, я пил лёв. А Слэйр? Да я думал, что-то типа обеда будет, ну ладно. Пошли, блядь. Чего, обеда? Я запускаю. Ну, рыбы, рыбы нет. Да потом, на следующем трае поживете. Один хуй сдохнул. У меня тоже игра крашнула, охуенно. У кого чё крашнуло? Убийца говорит, игра крашнула. Да, ну и... У меня жопа уже, блядь, крашит, нахуй. Все, бьем, давайте бьем. Пизду их, нахуй. Бейте, подсиливайте, сейчас отлагает, я думаю. Да, надеемся, отлагает. Очень рад я, что у вас все крашится, блядь. Да, мы и так 24 идем. Тяжко будет, готовьтесь. Беги, малышка, беги! Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти сжимает сердце? Трепещите, смертные, ибо ваша шалкая... Она как будто не прокастовала, да? Фридом. Угу. И это, метки готовимся вниз. И дамаг сейчас побольше по меткам. Прям звездопады, всю хуйню давайте. Вместе не бегайте, вот, разбегитесь. Ничего сложного. Вот справа близко падает, справа от центральной, видите, падает. Синтек, Слэйр, нахуй. Не видно нихуя, да? Я заглыбаю. Вон, пацаны подтвердят, я заглыбаю. Зелен, убийца. Тоже не видно, да? Падаем, лазерь. Я вижу. Я же говорил, дело, что я заглыбаю, умираю. Я вижу, что оно ближе к центру падает. Я вот даже сейчас за глыбой лежу. Булкин, как дела? Кто там крашился? Тень убийца только и все? Да, убийца. Не, не тень, а убийца сам. Беги. А, убийца. Булкин. Заходим в инст. Чинимся. Да, чем могу быть полезен? Сила и честь.
Жрите, пейте. Подъезжайте сюда быстрее. Еще раз напоминаю, задача выжить. Босса мы проходим по ДПСу. Играйте аккуратно. А что у нас есть, еще есть кто-нибудь на замене? Спускаемся. Да, они уже с КД в рейде. Ну, в смысле, замены сейчас нету, свободной. Без понятия. Вроде нет. Хуёво. Ой, не надо. Ай, бля, не туда смотрел. Мак кастует стрелу, я думал, дура дышать Фридом. Ага. Все, меточки ставим. По меточкам сразу дамаг. Вдвоем не бегайте. Осторожно. Ну, сука. Вы что, блядь? Газ-лопата, ты слепой? Минус 8 на оба глаза. Справа близко. Вы видите сами эту хуйню или нет? Четвертая падает, готовимся. Он слева. Пиздец, блядь. Я по правой стопните урон. Все уже, блядь, кое стопайте. Убивать надо. Я думал, там третья летит. Четыре бомбы, если что, считайте сами. Он будет видно. Лопата, нахуй. Ты пиздец лежачий, нахуй, просто, блядь. Сейчас дыхание и вторая будет после дыхания притяжка. От мороза кресы тень. Сразу бафы. Тень, блядь. Это... Фридом, давайте. Каску, лапу, блистобав по нему. Меточки ставим. Вот видите, падает где? Вот. Это вторая, если что. Вот эта передняя у вас full HP стоит. За ней прям падает глыба. Третья. И четвертая, последняя сейчас летит. Вот она в центре.
Это вторая взлетка была? Что-то пропустил. Сейчас будет третья. Притяжкой готовимся. Фридом. Метки вниз. Что-то. Ага. Вот это лишнее, кто это, блядь? Это я. Мне показалось, что в рейде метки. Это освобожденки. Мой проеб. Помимо этой, блядь, ребята, вам если что еще 5 глыб бить. Ну так. ИВБ, осторожно, блядь. Я что-то сбился, это какая третья падает, да? Или четвертая? Это последняя. Это последняя была, все. По глыбам сильнее. Ебать, вместо босса вы глыбы бьете. Быстрее глыбы, блядь. Ну вот, сейчас там люди задохнутся, блядь. Все, нахуй не успели. Полежу. Нихуя. Этот. Синтек реса его, сразу фулбаф. А кто реснул? Синтек, а? Синтек, да. Не дали полежать. Не дали покили, да. Грилит по водикону. Как он называется, нахуй? Камень. Анименик по тень убийца. Притяжка будет ближе, встаньте, приготовьтесь отбежать, потом будет перевод на фазу. И ДПСим. Первую звезду и сразу разбить. Готовимся. 2%. Давайте быстрее переводите. 1%. Что, пошла фаза? Первую звезду и сразу разбить. Милики, вы уже уходите. Вот. Метку сразу разбиваем. Разбиваем. Следующую туда же и не бить. Будет притяжка. Так. Мага жалко. Ну быстрее. За глыбы встаньте нахуй. Вас притянет к боссу сейчас. Пизда нахуй. Вы что, сука? Отвлекаешь толк, убегите. Ага. Айскнайт, иди меняй глыбу в звезду. Вот эти две глыбы разбивайте. Короче, ясно, нахуй. Это Айскнайт, да, замерз? А, я вижу. Айскнайт, ты тоже не видишь нихуя, да? Да я к тебе шел и замерз. Как замерз? Ну, загадка, наверное. Или на тебя кинулась? На тебя кинулась, или ты от глыбы замерз? Как он замерз? Сейчас я посмотрю, блядь. Что, диван висит, рисну? Вы можете сказать, вот метка, смотри, на пикси, правильно? А ты бежишь рядом с ним. И ты замерз. Да, это загадка, наверное, блядь. Как ты замерз? Хуй знает, да? Как ты думаешь, как ты замерз? Пиздец, блядь. Я не знаю, нахуй. Ice Knight в танке нихуя не понимаешь. Нахуя тебе проходка, блядь? Не видишь нихуя, не понимаешь нихуя. Этот отморозок лучше танчит. Надо какого-то хила, и газлопата тоже пиздец. Ебалом в пол лежишь, все трое, блядь. То бомбу не увидишь, то 20 стаков освобожденки, блядь. Сколько тебе троев надо, блядь? Короче, будешь этот, как он называется? Нет, Фонкич, у тебя КД есть? Надо в рейд тебе, наверное, брать, нахуй. Потому что я ебал. Чем могу помочь? Булкин где там? Булкин в онлайне вообще? Пизду сейчас. Еще 8 минут. 8 минут ослабка. Ч
почему так долго, блядь? Ты только сейчас, я что ли, блядь? Только сейчас, что ли, исправление я сделал? Я исправлять даже не мог, а потом только-только врубилось. Короче, блядь, я хуй знает, нахуй. Я попросил, разлить меня, я нейтральный. Короче, всякая херня тут. Мне звук как от глыбы было. Дубовый кожу мог только применить. Короче, я могу позвать Люка на ВДК, а сам на купол зайти. Нахапало? Ну, я вот думаю, нахуй, я не знаю, блядь. Ice Knight, короче, блядь, это... Ну, уже...